Всем привет, дорогие друзья, из солнечной Алании. У нас стоит просто потрясающая погода. Началось лето. А что означает лето? Лето для меня означает в том числе и обновление гардероба. Сегодня мы с вами пришли в магазин Ши. Этот магазин вы уже знаете. Я уже делала несколько обзоров этого магазина. Почему? Потому что в этом магазине продаются уникальные вещи производства Турции, а самое главное – качественные дизайнерские вещи по доступным ценам. Вещи разных размеров на разные сезоны и в том числе вещи больших размеров. Поэтому обязательно запоминайте этот магазин, записывайте себе, делайте заметки, когда приедете в Аланию. Обязательно посетите этот магазин. Где же находится магазин Ши? Магазин Ши находится в самом центре Алании, на вот этом вот оживленном бульваре Ататюрка, в самом центре города, поэтому найти этот магазин очень просто. В описании к этому видео смотрите все контакты этого магазина, также место, где он расположен на карте Google, и, конечно же, предыдущие обзоры, если вы не смотрели, например, обзор осенне-летнего сезона или весенне-летнего сезона. Здравствуйте! Добро пожаловать в наш магазин Ши. Мы очень рады вас видеть и представить лучшие изделия в Алании для вас. Размеры у нас имеются все, от S-очки и до XXL. Вариантов много. Стилей много. У нас изделия на любой вкус и на любое пожелание. Мы можем вам помочь. Вот, допустим, есть вот такое красивое платье. Здесь у нас идет слитный рукавчик, V-образный вырез и кармашки. Такое платье можно, в принципе, носить и с поясочком, и в свободной форме. Наши изделия славятся тем, что у нас действительно есть что предложить, и качество наших изделий мы спокойно и даем 100% гарантию качества. Почему? Потому что все изделия у нас фабричные. Известных марок. Это у нас Red She, Neri, Darkwing. Тоже интересные вещи. Спортивного варианта. Свободный такой городской стиль. Вариантов на самом деле очень много. Большая у нас коллекция летних ассортиментов, то есть можно вот такого плана. Приятная вискоза, в ней очень хорошо, не жарко и очень комфортно. Есть также у нас варианты, допустим, такого городского стиля. Здесь вариант, допустим, у нас представлено платье прямого покроя с фиксацией на талии, либо можно это носить, допустим, в прямом исполнении. Я думаю, что наши модницы останутся очень довольны, потому что вариантов у нас, как я говорила, очень много. Вот это платье, смотрите, какое интересное. Оно по типу халата. Да, рукавчик здесь идет, летучая мышь. Можно фиксировать как укороченный, можно удлиненный. В этом году, в этом сезоне в магазине Ши очень много классных, ну просто супер дизайнерских вещей. Я очень люблю не просто дизайнерские вещи, а вещи, которые такие лаконичные, цвета черный-белый, чтобы они были удобные, самое главное, качественные, из приятных классных тканей. Поэтому сегодня я вам покажу все самое необычное, потому что что-то простое вы можете сами прийти и посмотреть, выбрать и так далее. Еще одна очень важная деталь. Как вы видите, в магазине просто огромное количество разнообразных вещей. И то, что мы с вами покажем с Анжеликой, это ну, какая-то просто минимальная часть того, что здесь есть. И если вы хотите подобрать что-то интересное для себя, нужно всегда приходить, смотреть и мерить, потому что я абсолютно уверена, в этом магазине вы найдете настоящий клад. Почему? Потому что, когда вы совершаете покупки и ходите за вещами, превращайте это в приключение, в удовольствие, в поиск чего-то необычного. Например, такое платье – это платье фирмы La Marchine, очень известный турецкий бренд. Есть совсем вот такие вот широкие модели, и посмотрите, как интересно сделано.
не просто стразы, а вот с такими вот интересными вырезанными квадратами. И внизу вот такая вот, такое вот трикотажное платье. Это платье подойдет как женщине с формами, так и девушке, если она, например, сделает, соберет в поясок это платье. Есть и черные, есть и зеленые. Посмотрите, какое шикарное платье. Я, например, могу себя представить совершенно свободно вот в таком платье. Это, ну, очень классная модель. Это фирма La Marchine. Что из супер-мега-дизайнерского я здесь нашла? Это вот такие вот накидки. Если говорить о таких вещах, то это так называемый statement piece, вещь, которая показывает, что вы действительно модник. Конечно же, когда вы покупаете или надеваете что-то вот такое вот необычное, все остальные вещи на вас должны не перекрывать эту вещь. И, например, вот с такой вот шикарной накидкой можно надеть черные брюки, туфли-лодочки на каблуках, черную футболку и все. И вы выглядите шикарно. Есть черный и белый вариант. Если вы предпочитаете что-то попроще, конечно же, в магазине очень много трикотажных платьев разных цветов, от зимних, осенних до летних. Друзья, вот это вот один из примеров того платья, про которое я вам говорила, на которое вы можете надеть накидку, например. Если вы идете куда-то вечером, и вы любите, например, что-то такое вот яркое, например, вот такие вот стразы, очень красиво смотрятся, не бойтесь страз, потому что они смотрятся очень красиво, главное не перебарщивать. И, например, если вы идете на какой-то вечер в ресторан, можно на платье, черное платье или на черные брюки, например, накинуть вот такую вот накидку. Очень, кстати, классно смотрится, и ощущаешь себя просто, не знаю, ну как-то совершенно по-иному в таких вещах. Вот такая вот красивая накидка. И если, например, надеть очень красивые туфли на каблуке, будет смотреться просто потрясающе. Если вы надеваете на это платье какую-то спортивную накидку, то это уже, ну, такой, может быть, более повседневный вариант. Все зависит от того, как вы любите или куда вы идете. Вот, например, спортивный вариант. В общем, друзья, я пришла за брюками, а стала мерить платье, потому что черное платье вот такое вот длинное я тоже обязательно хочу себе купить. Шифон, и здесь трикотажная вставка, и на молнии. Можно с бриджиками, допустим, с белыми брючками, брючный костюм. Здесь у нас идет, значит, рукавчик свободной формы и на резиночке. Модель размеров всех имеет, то есть можно и на М размер, и на XXL. Очень удобно, красиво, экстравагантно. Вот такое платье мы предлагаем нашим дорогим женщинам. Как видите, размер шикарный и удобный. Вот здесь у нас летучая мышь. Воротничок идет отложной. И спиночка слегка удлиненная. Приятная вискоза. Легкая, воздушная, пропускает она у нас воздух, то есть, ну, не жарко будет. Если, допустим, вы выберете какое-нибудь платье, да, и, ну, бывает всякое, рост там, допустим, или оно вам кажется немножечко длинным, мы вам сможем его укоротить. Пока вы чай пьете, кофе пьете, там, максимум час, если сложная работа. Но мы делаем такие, такой сервис у нас есть. Огромное количество спортивных костюмов, например, вот такого плана, футболочка и брюки. Есть от таких вот ярких со стразами до классических таких спортивных вариантов. Очень много длинных платьев и, конечно же, накидок. Когда вы приходите в магазин, не забывайте вещи мерить. Например, казалось бы, да, длинное трикотажное платье и вот такая вот накидка таких мрачных цветов. Но эта вещь, даже если я примерю ее, она будет смотреться просто шикарно
я точно знаю, потому что сразу вижу по крою и по этому платью. И причем вот эта вещь тоже два в одном. Платье можно потом носить отдельно, накидку тоже можно носить отдельно. Есть брюки из хлопка, есть брюки из вискозы, классические, расклешенные, какие хотите. И, например, вот такие вот летние прям платья, в которых можно ходить даже на пляж. Вот такое платье, например, стоит 530 лир. Для шикарных дам, в которых они будут себя чувствовать как настоящие Клеопатры. Вот. Тут, значит, у нас нижняя идет. Да, это шифон, шелк. Тут идет тоненький, приятный трикотаж хорошего качества. Как я говорю, все фабричное. У нас действительно настолько большой ассортимент, настолько он разнообразный, что, в принципе, наши любимые женщины, наши любимые гости не уходят от нас, потому что мы можем предложить и спортивный стиль, а также есть у нас вот стиль вот такой этноса, да, вариантов очень много. Вот у нас новое поступление, и вы можете выбрать. Есть такая же модель, допустим, из льна, из шелка, из шифона. Все натуральные ткани, и качество просто отменное. Вот такое платьишко, вискоза стопроцентная. Здесь у нас, значит, нижнее платьишко, как сорочка идет, да? Это у нас фирма Zoe, тоже фабрика известная. Вот. И верхнее платье с вышивкой. Есть модели закрытые, то есть кто-то предпочитает закрытые, чтобы руки были закрыты. Вот такой, допустим, вариант. К ним у нас прилагаются брючки тоже. Сзади спиночка, смотрите, как сделано. Здесь спинка идет у нас, значит, тонкий трикотаж. И тут идет шифоновая летящая спиночка. Вот новое у нас поступление тоже. Интересная модель, решена в трех цветах. Также тут можно присборить и можно даже немножко подтянуть, если, допустим, как-то можно длину обыграть. А так вариантов очень много. Размер у нас здесь XXL. Вечерний вариант. Более прохладная, наверное, погода, потому что здесь у нас длинный рукавчик. Шикарное гаде клешение идет. Да. Модель интересная, необычная. Получается, что у нас вес, весь верх будет зрительно заужать, как бы нас, да, делать стройнее, а юбка широкая нам придаст больше шарма и элегантности. Мы можем вам также предложить и летнюю коллекцию. Сейчас у нас начало лета, все наши любимые женщины спрашивают что-то легкое, красивое. Вот. И у нас пришла новая коллекция итальянская, вот такие платья. Вот смотрите, фольклорный стиль с вышивкой, с рукавчиками. Рукавчики не длинные, где-то 3/4. И вот такого плана. Разных ассортимент, разных цветов. Есть беж, есть еще голубые, вот такая вот песочно-бежевый цвет. Вот смотрите. Хорошая моделька, интересная, подчеркивает у нас грудь. Идеально красивый вырез, который зрительно делает, конечно же, нас красивее и милее. Длина практически подходит всем. То есть меряют девушки и невысокого роста, и высокого. Тут, видите, у нас идет вышивка, машинная вышивка. И таким образом создается облачная, красивая, такая парящая модель. Можем также предложить в белом варианте. Здесь у нас идет нежная ткань, вышитая, с завязками по горловинке. Немного стиль такой фольклорный тоже. Юбочка нижняя обязательно. Вот юбочка у нас тут. Да. И вот такое платье. Спиночка ровненькая. Вышивка идет у нас по центральной части. То есть.
Смотрится очень красиво. В наших изделиях вложен труд многих людей. И качество ткани, и качество пошива, и идеальное лекало изделия, дизайн, все-все вместе. В это и входит в стоимость наших изделий. Конечно же, они будут вас радовать дольше и больше. И гораздо больше вам приносят хороших, позитивных эмоций. Потому что наши изделия, согласитесь, они... эксклюзивны. В любом случае, мы всегда держим руку на пульсе моды, и вы всегда увидите самые-самые новинки 2021 года. И вы всегда будете в тренде вместе с нами, а мы будем с вами. Сумочки, так же, как и наши платья, они тоже у нас разные по стилю, по желанию. То есть любая модница может себе найти то, что ей хочется. И даже, знаете, бывает так, мы подбираем платье, и мы подбираем к этому платью сумочку. А сумок действительно очень много, можете посмотреть. Они у нас необычные. Формы есть, да, вот такая вот жесткая основа. Здесь у нас на молнии и два отдела. Также это можно носить, конечно, на ремешке. Каждая женщина для нас принцесса, каждая женщина для нас королева. И наша задача помочь. И если от нас уходят люди с покупками, они возвращаются к нам обратно. Знаете почему? Потому что они становятся нашими подругами. В этом магазине тоже большое количество аксессуаров. Анжелика нам уже про них рассказала. А что касается более теплых вещей, то здесь также есть кофты, кардиганы, теплые платья, накидки. И, например, из вариантов пальто фирмы Зои, куртки, все, что, например, вы можете носить осенью или даже теплой зимой, например, как в Алании. Вот, например, вот такая вот курточка. Пальто классического типа. Кстати, это новый сезон. Вот такое вот пальто будет смотреться просто шикарно. Очень большой выбор курток, плащей. Вот, например, такой интересный плащ. Посмотрите, с сеточкой. Стоит такой плащ 640 лир. Вот такого плана пальто. Короткие, длинные, абсолютно разные варианты. Вот тоже платье, которое я вам показывала, было в зеленом цвете, вот в таком вот ярком цвете. Если вы хотите что-то более классическое, вот, пожалуйста, платье вот такого плана. Например, анималистические принты. Если вы любите что-то такое интересное, конструктивистское, вот, пожалуйста, есть такие накидки. И, как вы видите, они подходят и на женщин с формами, и можно сделать, можно надеть с пояском. Очень много легких летних платьев, накидок, брюки совершенно разного плана. Вот такие вот блузочки. Вот тоже, посмотрите, какая оригинальная вещь. Блузочки сзади, вот такая, такой вот вырез. И тоже классно бы, например, смотрелось... Блузочка вот с этими розовыми брюками. Просто такой вот идеальный набор. Вот такое вот розовое, коричневое. И вот такое вот тоже белое, простое, шикарное. Кстати, вот это платье может быть использовано и как свадебное платье. Фирма, тоже турецкая фирма Зои. Как вы видите, вариантов просто огромнейшее количество. Кто любит... трикотаж с принтом. Вот такое вот интересное платье, видите, вот с такой вот подкладкой. И вот такую вот простую вещь можно обыграть, например, вот таким вот украшением. Это смотрится очень-очень оригинально. С интересными стразами, вот такими вот выкладками из камней. Огромное количество разных цветов. В общем, друзья, выбор просто невероятный. И когда, как я уже говорила, вы покупаете и особенно надеваете вещи сложные, не забывайте, что в вашем наряде одна вещь должна быть сложная. Например, сейчас возьму наугад вот такая вот вещь. Естественно, вот такую вот кофту
нельзя надевать с какими-то такими яркими брюками. Обязательно что-то простенькое должно быть. В общем, приходите, смотрите, выбирайте. Надеюсь, что вам понравился наш обзор. Я нашла для себя несколько интересных вещей. Поскольку, как я вам сказала, хочу обновить свой гардероб. Очень довольна вот этим вот походом в магазин и очень довольна новым сезоном. Смотрите, что я не заметила. Вот такая вот интересная, ой, красивая какая блузочка, тоже можно под поясок носить с классными деталями. В общем, обязательно приходите, смотрите, я уверена, что вы найдете то, что вам интересно. В описании к этому видео все контакты этого магазина. Приезжайте в Аланию, в Турцию, приходите в магазин Ши и радуйте себя классными вещами прекрасного качества турецкого производства, которые будут служить вам долго и которые вы сможете миксовать с разными другими вещами, которые есть в вашем гардеробе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, обязательно комментируйте, пишите, что вы думаете по поводу того, что мы вам показали. Ну и, конечно же, будьте здоровы и приезжайте в Аланию и в Турцию. Всем всего хорошего, пока-пока!